Новиночка подъехала на канал AlexPlay. Это World War Z. Ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что будет очень круто. Сегодня релиз этой игры. 16 апреля 2019 года. Ребятки, будет весело. Тут есть компания, сетевая игра, коллекция, настройки, выйти. Давайте начнем с компании, чтобы немножко ознакомиться с игрой. Ну, согласитесь, если я сразу буду по сети играть, ребята, ну, блин, нафиг нам такой тиммейт нужен? Поэтому давайте начнем... Подожди, компанию можно также играть как по сети, так и не в сети. Интересно. Давайте пока что не в сети, в следующую серию обязательно поиграем в сети. Я хочу немножечко освоиться. Быстрая игра, эпизод Нью-Йорк. Иерусалим. Вау, Москва, ребятки, тут есть Москва, офигительно. И Токио. Так, давайте просто быстрая игра. Начнем. Играю я первый раз, ребят, это первый взгляд, я вообще не знаю, как мне играть, поэтому надеюсь, у меня получится. Тут будет очень много зомби, ребята, это будет офигенно круто. Погнали. Так. Куда мы прилетели? Я в предвкушении. Фу. В общем, по трейлеру тут будет очень много зомби. Просто куча, ребят. Ни в одной игре я так много зомбарей не видел. Поэтому, блин, будет страшно. Так, у меня есть УЗИ, у меня есть пистолет с глушителем. Вид от третьего лица. Стабильно 60 FPS держится. Пока что нормально, но мы пока что не видели самих зомби. Так, что мне надо сделать? Точка. Все, они пошли. Пошли за мной. Команда из 5 человек, считая меня. Первый зомбарь. Вон они, сволочи, ходят. Вау, ну как же это круто сделано. Ха-ха, толстяка завалили. Ладно, идем дальше. Вон они. Сдохни. Какой же я косой, боже мой. Как я еще выжил в зомби-апокалипсисе? Я не понимаю. Ладно, я новобранец. Погнали. Патроны так не бесконечные, кончаются. Так, есть точка, которую мы должны достичь. Бежим, бежим, бежим. Уа! What the fuck? Пошел в жопу. У него броня, ребят, у него шлем. Боже мой, убейте его, кто-нибудь. А, это, блин, боже мой, они повсюду. Хера себе, блин. Я своих не могу завалить, да? Убейте ее. Побежали. Валим, боже мой, рука чья-то. Кто потерял руку? Надеюсь, не надо. О, ребят, минус два. А, минус один. Бог ты мой, кто-то погиб из наших. Хера себе. А, нет, он живой. Пошел нахер. Грабный ты придурок. Он какой-то токсичный. Сейчас спасу. Спасу, дружище. Давай руку. Вставай. Так. Отлично. Дедуля, зачем ты с нами пошел? Я же говорил, сиди дома. Так, что такое? А, если у вас схватили зомби, вам остается только ждать, да? Так, подожди, может быть... Не получится. Да? Окей. Пошел нахер. Тут много оружия. Нихера себе! О, бог ты мой! В задницу тебе на! Тварь. Так, давайте я возьму немножко тут. А что я могу взять? Вместо пистолета... А, я могу в третий слот что-нибудь взять, да? Хера себе ты! Так, дробовик. Не знаю, насколько крут дробовик, давайте возьмем его. А что у нас по настройкам? Ребят, помогите пока. Так. Интерфейс. Мне нужно, короче, чувствительность мыши. Изображение, игра, гамма, язык, интерфейс. Прикольно сделано. Можно во время игры тут настраивать и звук, и камера, управление, сама игра. Так, ладно, погнали дальше. Гребаные токсики. А куда нам надо идти? Нам вниз надо спрыгнуть? Окей. Подожди, что такое?
Что происходит? Хера себе, блин! Охереть! Бог ты мой, у меня есть граната. Как ее использовать? Вон, не идут. Лови гранату. Рановато. Бом! Офигеть, нате еще. Они сейчас залезут. Бабам, салют из зомбятины. Надо, чтобы они не залезли. Помешать этому. Хера себе. Они уже заползают, ребята. Да сдохни ты, блин. О, свали нахер. Он меня сейчас убьет, боже мой, спасите меня. Охереть. Офигительно. Валим, валим, валим. Да сколько же вас тут? Вставайте, ребят, вставайте. Вы нам нужны живые. Мне надо перезарядиться. Че, отбиваемся? Мне нужна граната. Миномет. Как его использовать? О, все, я чувствую, нам хана. А, надо установить миномет, боже мой. Я понял, но уже слишком поздно, я понял. Ребята, я слишком поздно опомнился. Да сдохните, твари, боже мой. Как же их много. Вот сюда можем поставить. Давайте установим. Сейчас все будет нормально. Грин Гольд погиб. Офигеть. Просто офигеть. Я, честно говоря, я не понял, что происходит, но мне понравилось. Мне определенно понравилось. Так, прокачка. Подожди, пистолет мы тоже... Вау! Оружие тут тоже прокачивается, нифига себе. То есть, вот это очень мне нравится, система прокачки. Чем чаще ты используешь какое-то оружие, тем больше мы им умеем стрелять, да, он как бы прокачиваем умение, либо же само оружие, я не знаю, но мне это нравится. Допустим, мне нравится М16, да, я не знаю, предположим, есть ли тут М16 или нет, но, допустим, мне нравится М16, да, я ей часто пользуюсь, вообще прям просто очень часто. И она у меня прокачивается 1, 2, 3, 4, 5, там уже 20 уровня, и она просто мега крутая, видимо, мега модифицированная будет эмочка. Ну что ж, давайте дубль 2, ребят. На этот раз, я думаю, у меня все получится. Ребят, готовьтесь, видео по этой игре будет часто выходить. Наверное, раза 3 в день точно, через каждые 2-3 часа. Мы наиграемся-то, сколько геймплея наснимаем. Так, ну все, я, в принципе, готов. Так, у меня есть УЗИ, хорошо. Так, у меня какой-никакой уже есть опыт, да? Нормально. Ну, начало легкое, потом начнется просто жесть. Так вон они бегут, смотрите, вон, видите, издалека. Охереть, там просто миллионы, миллионы зомбарей. Это просто муравейник какой-то. Хера себе. Им обязательно в голову, да, надо стрелять или нет? Мне кажется, они так дохнут. Им можно хоть в корпус, хоть в ноги стрелять. Так, ладно, идем дальше, ребят. Выдвигаемся. Так. Надо все вместе, да, собраться? Что тут такое? Откроем ящик. Ух ты, нихера себе. Вот я понимаю, круто. Так, как я его... Как его использовать? А, вот. Все, понятно. Идем дальше. Мощная штука. Хера себе, он даже не успел до нас добежать. Так, аптечка есть? Так, ну это мне нравится. Я дробовик, наверное, только единственное не буду брать. Начать бой, да? Давайте начнем бой. Сдохни. Мне нужен миномет. Так, устанавливаем. А тут даже пулемет есть, нифига себе. Бабах. Так, есть у меня пулемет здесь, да? Давайте встаем сюда. И просто обстреливаем их. Хера себе, боже мой. Смотрите, он уже красный.
Охренеть. Вроде отбиваемся. Гребаная хрень, ты откуда явился-то? Вторая волна. Давайте выстрелим. Смотрите, они откуда идут. Вон, видели? Они отсюда тоже бегут. Перегрелся. Стреляем. Бабах. Кирилл, смотри, как они ползут просто по стенам. У меня патроны заканчиваются. Так. Можем сюда установить... Это автотурель, он автоматически будет стрелять. Прикольно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. Возьмем... Вот, это хорошо. Получайте, твари. Нихера себе. Так, что мы там отбиваемся? Вроде отбиваемся. Подожди, куда он стрельнет? А, ну все, понятно. Удержали позицию. На этот раз получилось. Еще один прилетел. Винтовка. Нормальная винтовочка. Так, что у нас тут такое? А смотрите по сторонам, вы можете найти оружие и другие полезные предметы. Так, дробовик нам не нужен. Что-то мне не очень понравился дробовик. Давайте миномет возьмем. То как его использовать? А, не, миномет. На определенной точке можем использовать. Охренеть! Да сдохните вы! Боже мой, откуда у вас так много-то? О, боже мой! Откуда они прут-то? Мне надо другое какое-нибудь оружие. Давайте просто автомат возьмем. О, боже мой! Что-то мне хреновато. Так, вот, калаш. Калаш мне нравится. Калаш имба. Найдите обходной путь через машинный зал. Так, я понял. Автотурельку давайте возьмем. А, 4 это аптека, я так понимаю, да? Открываем. Ребят, движемся дальше. Вроде вся команда цела. Stay close and keep out of trouble. Так, боезапасы полные. Here we go. Ток-ток-ток. Door. Far side of the room. Так, достичь точки, да, надо? Так, погнали, в общем. Reloading. Сдохни, падла. А тут мы не сможем пройти. Надо обходить, ребят. Хера себе, вас тут много. О, боже мой. Гоу-гоу-гоу, ребят. Через низ. What the fuck, валим. Хера себе, напал на меня. Спасибо. Спасли. Так, нам надо как-то через верх, вот. Идем сюда. Гоу, ребят, движемся. Че это такое, это ворота открывать, да? Хорошо, панель. А, я прыгать не могу. Да сдохни ты, блин. Хера себе. Так, можем спрыгнуть. Нормально. Все, готово, ребят. Доберитесь до заправки. Погнали. Over this fence. I'm sorry. I can't make that jump.
Окей. Так. We've got to find another way. Может быть, есть какие-то боеприпасы? У меня заканчиваются патроны. Есть пистолет, если что, на крайний случай самый. Хера себе, напал на меня! Спасибо. Я думаю, кооперативом будет намного интереснее играть. Так, кажется, пришли. Нам вниз надо. Я готов. Да сдохни ты, блин. Ух ты, нихера себе, он меня снес. Офигеть. Спасибо. Так, что тут такое? Боезапасы. Хорошо. Перезарядочка. Так, все нормально вроде. Идем дальше, ребят. Все целы, вроде все целые. Вот мне будет интересно кооперативом поиграть. Вот там реально будет очень круто. Интересно, там есть голосовой час или нет? Час. Голосовой час. Чат. Ну, я, честно говоря, не очень бы хотел голосовуху. Потому что некоторые такие неадекваты бывают. Музыку слушают или же матерятся. Мат за матом. Нет, не очень нравится. Так, нормально. Так, надо собраться здесь. Так, ракеты у меня. Куда дальше-то? Нам надо отбиться, да? Отбить? А, начать бой. Давайте посмотрим. А, есть лечение у меня? Хера себе. Откуда они полезут? Они отовсюду лезут. О, боже мой. Бабах. Да сдохни ты, блин. Надо спасти. Так, поднимаем. Давайте, ребятки, держитесь. Хера себе их тут, блин. Да хера просто. Так, все целы, да? Все невредимы. Идем дальше. Охереть, просто офигеть. Вы где видели так много зомбарей? Я не видел ни в одной игре. Причем тут так все динамично. Так, это финалочка, наверное, да? Арбалет, нифига себе, что есть. Есть снайперская винтовка. Мне кажется, будет неудобно со снайперкой винтовкой. Со снайперской винтовкой, да, обращаться? И с арбалетом, наверное, не очень. А, он взрывной какой-то арбалет. Так, давайте автотурель установим. Нифига себе, он взрывается, это прикольно. Бро, давай быстрее. Боже мой. Долго тебя прикрывать? Хера себе, прикольно. Так, найти автозапчасти. А, хорошо, я понял. Бегом. Как я туда попаду-то? Так, автозапчасти, отлично. Пошел в жопу. А, бегом, иду. Бро, иду.
Вставай. Так. Автозапчасти забросили? Где следующий? Следующий там. Так, все вроде целы, да? Бегом, 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 быстрее. Так. Отлично, автомобильные запчасти взяли. Ребят, ну давай быстрее. Прикрывайте, боже мой. Хера себе. Сейчас заставим. Так, это вторые, еще одни остались. Ребят, ну прикрывайте же, нормально, прикрывайте. Последние. Вроде никого нету. Давай, давай, давай. Ты что, устал, что ли? Что так медленно бежишь? Как подняться сюда? Вот, отлично. Все, подобрал, ребятки. Есть. Бегом, бегом. Назад отступаем. Нормально так. Мне понравился арбалет, блин. Он, правда, медлительный, но, блин, он сразу по всем гасит. Ой, где ребята-то? Быстро-быстро сейчас доставлю. Все, есть. Так, все в микроавтобус. Все, есть. Все на месте. О, офигеть. Мы это сделали. Нихера себе, просто зомбарей как много. Офигеть. Победа. Вот это же скач, вот это круто, вот это я понимаю. Просто эпик. Так, и дадут что-нибудь, да, какие-нибудь награды? Алекс Плей, Джуд, Итан. Так, результаты, прогресс класса, прогресс оружия, припасы. Так, Enter, да, пропустить. Эксперт-подрывник, больше всех убийств с помощью взрывчатки. Неуязвимый. Ну, кстати, мне мало урона наносили. О, нормально, у меня второй левел, да? Отлично. Так, за победу. Ударные гранаты, что такое нам дали? Перк какой-то, что ли? Оружие, которое я прокачал. Я больше всего, кстати, с калашом пользовался. Калаша должно быть, наверное, левел даже повысится. Ну-ка. 104. Еще надо побольше с ним поиграть. Ну, неплохо. Блин, мне понравилось. 150 голды нам дали. Настройки, класс и все такое. Тут можно настраивать персонажи. В общем-таки, я еще поиграю в эту игру, немножко разберусь, и мы с вами обязательно продолжим. С вами был Алекс Плей. Ставьте лайк, пишите комментарии. И что вы думаете насчет этой игры? Классно она или нет?